Через несколько дней, 16 числа, мы с вами выйдем на окололунную орбиту, вокруг нее покружимся, посмотрим вниз и потом прилунимся на южном полюсе спутника Земли. Российские космонавты спустя почти полвека возвращаются на Луну. Лунная программа была свернута Советским Союзом в 1976 году. К тому времени на естественный спутник Земли уже летало 24 экспедиции, и во всех принимали участие куйбышевские инженеры и работники космической отрасли. Сегодня самарские ученые тоже активно работают в этом проекте, о чем на лекции в музее «Самара космическая» и рассказал общественный деятель Павел Покровский, который презентовал книгу Евгения Жданова «Освоение дальнего космоса». Сегодня произошел действительно знаковое событие, которое, в принципе, на годы вперед, на десятилетия определит вообще развитие не только ракетно-космической отрасли нашей страны, но и всего, пожалуй, земного шара. Наш российский космос сегодня сделал такой шаг вперед, что первая Луна-25 полетела из трехэтапной миссии. Самарский РКЦ «Прогресс» курирует работу космодрома «Восточный». Ракета «Союз-2-1Б» самарской сборки с двигателем НК «Кузнецов» достигнет спутника Земли. Затем будет выбрано место посадки – прилунение. В перспективе – поэтапное строительство лунной базы и лунного космопорта. На Луну мы вернулись по той причине, что мы хотим осваивать весь космос. И Луна – это достаточно интересная площадка и удобная площадка, чтобы с нее стартовать. С Земли тяжеловато это делать. Ближайшая цель у нас – это Марс, поэтому Луна у нас становится целью промежуточной. С 27 года по 35 год у нас будут запущены Луна-26, 27 и далее. Поэтому там мы обосновались надолго. Семья Кисляковых на лекции про освоение Луны оказалась случайно. Они живут в Саранске и приехали в Самару по туристической путевке и зашли в космический музей. От экспонатов в восторге и от новости мирового масштаба тоже. Совершенно замечательная новость, очень хорошо. Это научный прогресс, это развитие науки и техники в мирных целях. Мы совершенно приветствуем, продолжаем традиции Советского Союза. Лично я следил за луноходом 1, за луноходом 2, за этими полетами. Я 61-го года рождения, года полета Юрия Гагарина. И очень приятно, что Самара причастна к этому. И основной вклад внесла Самара в развитие этой космической техники. Нам очень приятно, мы всегда этим будем гордиться. Строительство лунной базы планируется завершить к 2035 году, а пока будут взяты пробы грунта, подземных вод, если они будут обнаружены. Все это отправят на Землю в научные лаборатории для исследований. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.